июль 1940 года. Обычный одесский дворик. Костя! Гей! Константин Васильевич! Я прибыл. Уже иду. Собирается, чтоб барышня на бал. Вот, я вышел. Я готов. Что ты там про барышню говорил? Про барышню говорил? Так не говорил же. Пел. Пел? Ну, помнишь? Кружится, вертится шар головой, кружится, вертится над головой, кружится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. А что это вы тут? Концерт устроили? А что? Нам не слабо. Давай, друг, еще раз, на бис. Кружится, вертится шар голубой, кружится, вертится над головой, кружится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Браво! Спасибо. Ах, да, девчата, познакомьтесь. Это Михаил, мой хороший друг. Михаил, а это Варя, сестра моя. Приятно. А вот это Лиза, подруга моей сестры и наша соседка. Очень. Что очень? Приятно. Мне очень приятно. Варенька, мы так засмущали молодого человека. Может, пойдем? Нет, оставайтесь. Ты о чем? А вы продолжите концерт? Если вам будет угодно. Мишка, что ты бубнишь такое? А тут вдруг как поглядим. Артист, Валя и Костя. Объявляй следующий номер. Хорош, девчата. Будет вам. Константин, но ведь дамы хотят. Концерт! Точно артист. Между прочим, Мишка бороздить моря и океаны будет. Он будущий капитан. Ого, так вы учитесь вместе? Да, только я на старшем курсе. А еще он спортсмен. И каким видом спорта вы занимаетесь? Он пловец. От лонжерона до Лозаннского Артека за пару часов доплывает. Да ладно! Да это Костя приврал. Да и хватит уже обо мне, будто я план перевыполнил. Скром. Нам пора. Да погоди ты, торопыга. Девушки, а давайте с нами. А вы приглашаете нас? Да. А приключения будут? Обещаю. Гор разогнался, поводят, придержи. Ты чего? А того. Авось, Геркулес не проводит нас. За девчата уговора не было. Геркулес? А это уже и впрямь интересно. Какой еще Геркулес? Это близкий друг моего отца. Он в порту работает. Когда папа отправился добровольцем на фронт, он был летчиком. Дядя Гера во многом помогал нам, ну и в общем. Твой отец летчик, а ты моряк? Да. Отец не мог жить без неба, а я без моря. Отец не вернулся из Испании. Лиза, что за допрос? Последнее, что он видел, было небо над Мадридом. А Геркулес, он почти такой здоровый. Ну, не совсем. Он, конечно, немного ниже меня ростом. Немного? Но... Нам карапуз. Ну, Кость. Ну, не знаю, просто его так родители назвали. Это ж нам. И куда античный герой должен был вас проводить? На маяк. На маяк? На наш воронцовский маяк. Ага. И ты мне ничего не сказал? Тоже мне брат. Лиза, мы идем на маяк. Рад, что вы с нами. Подожди, Мишка, а если Геркулес... Да пропустит. Идемте, как раз к закату успеем. А там, глядишь, луна из-за моря выползет. Красотища! За маяком, за вольным поворотом, свежеет ветер и плывут дубки. Багрицкого читаете? Есть такое. Ой, глядите, дельфин! Где? Ах, ну ведь только же был там.
в лунном свете, выпрыгнул из воды во весь рост. Вы меня обманываете. Не было там никакого дельфина. Был, Лиза, был. Это же Черное море. Как же без дельфина? Год спустя. Поставим здесь. Здесь? На самом проходе? Не пойдет. Ну, Варь, это же центр двора. Где, по-твоему, еще может стоять стол? Пока не решила. Ну, не здесь. Сестренка, мы уже сотню раз ставим стол именно здесь. Всякий раз ты упираешься. Давай спросим у тети Симы. Опять? Валяй, спрашивай. Это дежавю какое-то. Тетя Сима, куда стол поставить? Тетя Сима в бегудях. Я беспокоюсь. Точно. Дежавю. Привет. Привет. Что, снова не знаете, куда стол поставить? Я знаю. Это Варя в своем репертуаре. Варя в своем репертуаре. О! И этот туда же. Нет, просто рифма получилась. Дети, каждый раз одно и то же. Поставьте, наконец, тот несчастный стол. Здравствуйте. О, Мишенька, Зизонька, здравствуйте. Привет, мам. Ставьте пирожки и стол. Давайте я вам помогу. Не стоит, мне не тяжело. Лучше принесите сли на стуле. Варюша, довольно суп. Возьми вот скатерть, накрой. Нет, ну почему? Почему именно здесь? Можно было и в другом месте. Завелась. Хорошо тут место. Тенек, все видно. Костя, тоже принеси стулья. Понял. Тетя Валя. Тетя Валя, согласитесь. Скучно каждый раз одно и то же. Хочется что-то изменить. Варюш, у тебя будто революция выходит. Столовая революция. Ну толку менять столы, стулья, шкафы. Не меняй себя. Себя? Это каждый раз быть другой? Нет. Это учиться быть лучше, терпимее, учиться любить. Ага. С моим братом будешь терпимее, да. Что, опять жалуешь на меня, тетя Валя? Больно надо. А где Миша с Лизой? Целуются. Трепач! Валентина Васильевна, он врет. Врет? Вы что ж с Лизой не целуетесь? Мам! Мы с Лизой? А с кем же еще? Ну, мам! Полно вам краснеть. Целуйтесь на здоровье. Одного я не пойму. Чего? Что это Костя уже расселся? Да еще и пирожок за щеку наяривает. А, понял. Самовар, Костя, самовар. Понял. Дети, а вы посуду тащите, фрукты, варенье. Голодался. Чего всем не сделал, как ем пирожки? Нельзя поесть уже? Костя, ешь сколько угодно. Это все шутка. Просто шутка. Именно так. Только, Константин, помните, что пирожкам не до шуток, когда вы кромсаете их беззащитные тела своими зубами. Если я попью чаю, он и тоже таки возненавидит? Таки да. Не мучай чай! И он будет возмущаться, пока ты его не выпустишь. Ах так, тетя Сима.
Тогда вы... Что, мой дорогой? Вы так спешили пошутить надо мной, что... Что во? Забыли снять свои бигуди. Что, Пальчик, смотри, где? Симочка, он пошутил. 1-1, то есть Сима? А что такое бигуди? Это, молодой человек, то, что делает тетю Симу чуточку счастливее. Если, конечно, верить Исааку Нимычу из цирюльни на греческой. Знаете Исаака Нимыча? Нет. Думаю, что нет. Как так? Вы уже знаете выдающегося учителя музыки. Меня, тетю Симу. Но таки игнорируете почтенного цирюльника, который добрая душа дарит всем посетителям Барбариски? Но я не... Позвольте, но как же вы поправляете свой наружный вид? Ну, живет же Миша на Пересыпи. Там и свои парикмахерские есть. Бесспорно, но там нет Исаака Немыча. И в парикмахерских не дарят барбариски. Хорошо, обещаю вам, тетя Сима. Хоть конфет я давно уже и не ем, но к Исааку Немычу обязательно наведаюсь на будущей неделе. И прихватите с собой Константина. На дворе июнь. Он все меха на голове отращивает. Заодно он с радостью поглотит подаренную вам барбариску. Тетя Сима, я уже молча тер буча. Ну что вы опять на меня? Ой, а про варенье-то мы забыли? Костя, сходи принеси. Там, в кладовке, на третьей полке. Смородиновое возьми. А мне клубничное. Пока я здесь, у кого какие еще пожелания будут? Желаю в Париж, в Лувр. Ну, тетя Сима. Ясно. В Париже не видать. Тогда я тоже за клубничную. Понял. Валентина Васильевна, мы с Лизой, с вашей прекрасной дочерью, мы... Ну, вы сами понимаете, мы любим друг друга. И теперь я хотел Постой! Бы... Постой! Валя, мое сердце таки преданное заветам Моисея чувствует, что сейчас произойдет нечто восхитительное. Теперь я молкаю. Миша, продолжайте. Вы правы, тетя Сима. Это восхитительный момент моей... И я верю, Лизиной жизни тоже. И теперь я хотел бы попросить у вас, Валентина Васильевна, я хотел бы попросить у вас, чтобы вы... Слушайте! Слушайте!
ведь был же мир. Он был. Как так? Мы теперь. Наша сильна. Немец еще не знает, на кого он полез. Вот увидишь, не успеют листья на деревьях пожелтеть, а мы уже погоним фрицев за шеей. И побежит он туда, откуда явился. Хочу, очень-очень хочу тебе верить. Так что ж ты не веришь? Боюсь я, любимый, боюсь без тебя остаться. Без мамы, без двора этого и без земли нашей. Без счастья нашего остаться боюсь и без детей наших будущих. И как жить боязнью этой, я не знаю. Солнышко, родная моя ненаглядная, обещаю тебе, что вернусь очень скоро. Вот рога обломаем врагу, и сейчас же явлюсь пред очи твои ясные. Как такое обещать можешь? Так ведь верю, родная моя, милая, верю, что победа скоро за нами будет. Ведь правда за нами. За нами правда, милый, спору нет. Только ты вернись, слышишь? Вернись! Вернусь, родная, вернусь! Живой и здоровый! И то, и другое, любимая, и то, и другое. Мишка, пошли, нам пора. Лиза, в порту еще проститесь. Да. Сейчас идем. Правда. Эх, родина моя, маленькая, сутулая, бесконечно моя. Сохрани каждую веточку, каждый камушек, каждую свою песчинку. И этот лоскут неба над головой. Пошли уже, постоим. Пошли уже, сам нас подгонял. Я вернусь. И мы будем жить. Мужчины, дети ушли. И слава богу. Слез и без нас хватает. Сима, а ты куда спешишь? Ой, я к Ноне. Не поверишь, Югена сегодня тоже уходит. Куда? Валечка, ну куда нынче все мужчины уходят? На безобразие на это. На войну. Ну толку от него на войне. Он же виолончелист. Вот, и Нона ему тоже твердит. А он уперся. Представляешь, сам идет. Добровольцем. Нет, ну ты же его видела. И какой из него солдат?
согласна. С его-то телосложением... Я тебя умоляю, какое там телосложение? Там сплошное теловичитание. Ладно, я побегу, а то и туда не успею. Иди, конечно. А я тут Лизу подожду. Видел я нечестивого, превозносящегося и возвышающегося, как кедр ливанский, и мимо прошел. И вот нет его, и поискал его, и не нашлось места его. Храни беззлобие и блюди правоту, ибо есть будущность человеку мирному, а беззаконные истребятся вместе, остатки нечестивых истребятся. Спасение же праведных от Господа, и Он защитник их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их. Что ты читаешь? Лизонька, ты вернулась? Ну как там, простилась? Мама, командир, ты Библию читала? Видела? Хороший поди человек. Мама, она бы бывку отпускать. Ты молилась? Доченька, ты же просвещенный человек, врач, член партии. Верно, Лизонька. И врач, и коммунист, и горжусь этим, но... Ты веришь в Бога? А как же без этого, родная моя? Без веры, как нынче? Но ты же сама говорила, не боги горшки лепили. И это верно. Но не в горшках тут дело, не в звездах, не в науке. А в чем же? В том, Лиза, что в сердцах наших творится. Мы ищем правду, ищем добро. А Бог, Он и есть добро. Иначе зачем было бы в Него верить? А Библия? Это просто книга. В ней много слов. Слышала, в Библии слова такие есть. Возлюби ближнего своего. Есть. Только многие до них так не дочитали. Запнулись на месте, где око за око, вот и слепнут. Мам, что нас ждет? Ой, родненькая моя, разве ж мне это ведомо? Знаю только, что терпеть придется многое. Будем терпеть и верить. Черный ворон, черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой. Здравствуй, ненаглядная моя. Выдалась передышка, и сразу я за карандаш писать тебе. Вот только ребят спасали с катера отважный.
подбили его. Не всех товарищей спасти удалось. Рвется враг в красавицу нашу Одессу, но тщетно. Бьем мы его крепко. Румын трусливый оказался. Чуть жару поддадим, так побежит, поджав хвост, к хозяину своему баварскому, как паршивый пес. А маяк, где первое наше приключение было, нам взорвать пришлось. А то враг пользовал его как прицел, чтобы бить артиллерией по городу. Больно до жути было. Даже капитан, суровый мужик, слезы не удержал. Но мы жизни так спасаем. Снова тревога боевая. Бегу, люблю тебя, по скриптам, живой я и здоровый. Живой я и здоровый. И здоровый. И здоровый. Еще Костя. Живой и здоров. Ты веришь? А что же нам, бабам, еще остается? Ждать и верить. А где мама с тетей Симой? В очереди. За водой. Ног не чувствую. Я и рук не чувствую. Я теперь даже во снах траншеи копаю. Устали, деточки. Попейте. Провела.
спасибо, тетя Сима. А где мама? Целый день на окопах. В горле огонь поди. Тетя Сима, где мама? Да, да. Ты пей, Лизонька. Пей. Тетя Сима, я успею. Где мама? Я не могу. Не могу. Тетя Сима, что случилось? Где мама? Она же врач. Она? Я знаю, что мама врач. Что с ней? Ася. Ей вот-вот рожать. Что за Ася? Беременная, бывшая ученица тети Симы. Твоя мама присматривает за ней. И что? Что с этой Асей? Почему вы плачете? Валя. Валя в дом зашла. Дом к Асе? Сказала на минутку. Только проверить. И... Нет. Нет, это не так. Громкий. Очень страшный хрип. Нет, 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 больше мам, Лиза, нет, нет, мам, нет, Господи, Господи, как же я могу говорить такое? Прости меня, дитя, прости. Прости. октября 1941 года, согласно директиве ставки главнокомандующего, Красная Армия в составе Одесского оборонительного района была эвакуирована и полностью переброшена на полуостров Крым для выполнения дальнейших боевых задач. После 73
летней героической обороны Одесса была оставлена. Спустя несколько дней румыно-немецкие войска полностью оккупировали город. Чем нравится Бетховен, и смешим мы и так. Тетя Сима, не для того сейчас, собираться нужно. Ладно, тетя Сима так и соберет. Я тоже вещи прихвачу. Выключит Бетховен. А ты абсурд. За меня не беспокойся, собирайся. Мне нужно с вами остаться. Наконец, торопитесь, идите. Thank you.
тише. Эй, кто там? А ну немедленно вылезайте и уходите, слышите? А то я сейчас позову кого следует. Не надо. Вылезайте немедленно. Не надо никого звать, мы уходим уже. Что с ним, заболел? Эх, немного, но мы уйдем. Давай, Давид. Да куда ж ты тянешь? Он еле жив, идти не может. Давид, что у тебя болит? Извините. Господи, идем. Да у него же кровь. Не кричите, тетенька, мы уже уходим. Где же ты? Лиза. Тетенька, мы уходим. Тетя Сима, почему вы вышли из дома? Женское любопытство, Лизонька, сильнее инстинкта самосохранения. Так, что с этим молодым юношей, которого вы никак не можете поделить между собой? Он ранен, на ногах еле стоит, идти не может. Боже, Соловов, так в больницу его, срочно! Нельзя, Давиду в больницу. Давид? Тебя зовут Давид? Да, как царя, родненький. Тетя Сима, его срочно в дом нести нужно. Так, несите это дитя в дом. Я двери подержу, только аккуратнее. Как же так случилось? Дед подстрелил. Мы с Давидом на склад с провизией пробраться хотели. Ватага наших уважилась, мол, охранник там старик, немощный, а в берданке у него соль. А на деле же старик картечью нас пульнул. Мне повезло, на Давида угадал шельма. А родители ваши где? Я-то давно сирота, в детдоме рос. А Давида к нам еще его мама пару месяцев назад привела. Не знаю как, но директору говорила. А потом его отца, брата, деда. Да, деда тоже. Всех их расстреляли. А мама его? Всю его остальную родню угнали, кажись, в Богдановку. А когда нашего директора расстреляли, хоть и одноногий, но большевик, мы с Давидом дёру дали. Митя, может, останешься? Нет, Елизавета Андреевна. Вот, все, что хотите, успели. Вы передайте Давиду, когда он начнется, а я к вам еще забегу. Воевать надо мне. Куда же тебе воевать? Нынче только трусы не воюют, Елизавета Андреевна. Спасибо вам. Побег я. Ясное. Какое небо ясное. Думала, нет нынче звезд на небе, будто рухнули они все в одночасье. А нет, так и вон они, глядят на нас, подмигивают и что-то нашептывают нам о вечном. Прав был тот немец Кант. На звезды можно смотреть бесконечно, а они будут все изумлять и изумлять. Да, истинная красота. Так как там Давид? Надобно нам его
звонить, Лизонька. Начало марта 1944 года. Немецкие войска полностью взяли под свой контроль Одессу, упразднив румынское командование. Здравствуйте, фролин. Какая я тебе, фролин? Баба русская. Я услышать музыку Бетховена. Великая музыка. Не поспоришь. Я очень ее люблю. Вы тоже ее любите? Еще минуту назад любила. А теперь? Я из Бонн. Бетховен тоже когда-то родился в Бонн. Вы знаете это? О, здравствуйте. Это у вас играет музыка Бетховена? А что, нельзя? Нет, что вы. Великая музыка. Мы рады. Я очень ее люблю. Ну просто, а... Меня звать Зигфрид. А вас как? Елизавета. А это моя тетя Света. А ваша тетя? Угу. Вы позволите? А есть варианты? Вы очень веселая женщина. Как говорят русские, не вешать нос. Когда вы говорите слово «вешать», нам как-то не весело. Я не хотеть вас пугать. Я уже говорить, милый фролин, что мой родной город Бонн. Родина Бетховена. Вы на это намекаете? Да. Вы очень много знаете о моем... Земляке. А, да, точно, земляке. Конечно, я так и знаю о Бетховене много. Но вам-то, что же вам дома в Бонне не сиделось? Я там, где надо моей родине. А,
Так это вы гражданский долг отдаете. Нам с Лизой теперь стало гораздо легче, да, Лизонька? Тетя Света, не делайте это. Вы думаете, что мы прийти к вам как злой враг? Но это не так. Мы прийти как великая нация. Мы несем свет и величие. Вот вы же любите Бетховена. Так и продолжайте, не останавливайтесь. Любите, а он немец. Да, немец, но не нацист. Я уверен, живи Бетховен сегодня, он точно бы членом национал-социалистишен партейн. Думаете, человек, ненавидящий целые народы, расы, смог бы создавать музыку полную любви? Вы не так видите. Зигфрид, да? Я не дальтоник, Зигфрид. Если я вижу красное, значит, это красное. Но мы же вам помогать. Мы ассенизаторы, мы чистим мир. Это как? Как доктор, который удаляет опухоль. И что же это за опухоль? Ясно, что цыгане, евреи... Но это же все живые люди, из плоти и крови, как и вы сами. Коровы тоже из плоти и крови, но мы делаем из них колбасу. Выходит, евреи для вас это скот. А что вы так переживать, словно сами евреи? Румыны бестолковые, но этот город от иудейского скота они хорошо вычистить. Что ж, мне надо вас покидать. Большое спасибо за музыку, фрау Света, фройлен Елизавета. Всего хорошего. Постойте, Зигфрид. Что вы задумали? А если оскорбляют нас, так разве не должны мы мстить? Шекспир? Венецианский купец. Я не люблю Шекспира. Англичане вообще снудные и слабые. Чихать на англичан, вам когда-нибудь плевала в лицо колбаса? Не дают нам внимания с румынами! Я еврейка! Тетя Сима! Тетя Сима! Тетя Сима! Тетя Сима! Тетя Сима! Тетя Сима! Еврейка! Да, еврейка! Да, еврейка! Тетя Сима! Тетя Сима! Тетя Сима! Через месяц, 10 апреля 1944 года, после упорных и ожесточенных боев силами 3-го Украинского фронта и Черноморского флота, Одесса была освобождена. Красная армия, приветствуемая ликующими жителями, вошла в истерзанный, но не сдавшийся город. Среди освободителей был и Мишка. Обещал тебе, что вернусь. Я держу слово. Живой и здоровый вернулся. Еще не было счастливей минуты в моей жизни. Тысячи слов крутятся у меня в голове. А я хочу лишь глядеть на тебя. Даже моргнуть боюсь. Ни мгновения не хочу пропустить. Лишь глядеть и целовать. Так целуй же, дружка, целуй. Папа,
Где все? Где мама? Где Варя, тетя Сима? Я одна тебя встречаю, любимая. Неужели никто? Я одна. Нет, ты не одна. Теперь ты со мною. Не одна. Теперь я с тобой. Теперь все наладится. Я никогда не отпущу тебя больше. Так не отпускаешь. А Костя? Костя нашелся? Не вернется, мой друг. Теперь только мы с тобой. Я так боялась, что пока дождусь тебя, все слезы выплакают и встретишь ты сухие мои глаза. Ну что ты, голубушка моя нежная? Ты краше, чем я мог себе вообразить. Правда? Ну, конечно. Обещай, что не будет больше войны. Обещаю. А ты знаешь, я держу слово. И у нас будут дети. Много ребятишек будет. И мы будем жить. Мы мир отстроим заново. Через некоторое время Мишка вновь отправится на фронт. Лиза тоже уйдет добровольцем на фронт. В составе Дунайского военного флота он дойдет до Вены. Со своим десантным отрядом он высадится для захвата Имперского моста через Дунай. Их встретит шквальный огонь противника. И Мишка окажется среди тех, кто не вернется из боя. Лиза будет медсестрой, которая спасет множество жизней, вытаскивая на себе ранее спасительство жизни. Однажды под Краковом с одного из таких полей она не столько слез, переживший страшную войну. А наш двор снова наполнился жизнью. В нем снова зазвучала живая детская речь, снова слышен детский смех. И ласковое солнце, как и прежде, заливает золотом осунувшиеся стены. И реет над ним, обдуваемый больным ветром, лоскут бесконечно голубого неба, чистого, мирного неба. Очень хорошо. Бетховена очень любила. Так тоже мои окна. Что? Так
тоже мои окна. Да, Любаша. Теперь там твои братишки я замечаю. Их смех, небось, с соседних дворов слышишь. Да, они такие дети. Наступает минута молчания. Валентина Васильевна, мы с Лизой, с вашей прекрасной дочерью, мы... Ну, вы и сами понимаете, мы любим друг друга. И теперь... Постой, Валь. Мое сердце таки преданное заветы Моисея чувствует, что сейчас произойдет нечто восхитительное. Теперь я молкаю. Миша, продолжайте. Вы правы, тетя Сима. Это восхитительный момент моей, и я верю, Лизиной жизни тоже. И теперь я хотел бы попросить вас, Валентина Васильевна... Послушайте! Это, слушайте, а где ключ от кладовки? Константин, ты убийца. Что? А то, мой дорогой, вместо того, чтобы посмотреть ключ на полочке, на дверью, вы убиваете восхитительный момент. Тетя Сима, я ключ искал, и его там нет. Ой! Кого тут убивают? Голова моя дырявая. Он же у меня. Я когда в кладовку за мукой ходила, дверь закрыла, а его себе в карман положила. О, вот же он. Держи, Костя. Видите, тетя Сима? Видите?
Поздравляю, Буратино таки нашел свой ключик. Костя, Симочка, будет вам. Валечка, мы с тобой мудрые и красивые женщины. Бесспорно. Не подлизывайся, Буратино. Но еще немного, и в силу длительного пребывания в бурном потоке жизни мы таки забудем, что мы так красиво тут сидим. Костя, может, ты уже принесешь варенье? Конечно, принесу. Только вы объясните, кого я тут убиваю? Кость. Мам, мы с Мишей подали заявление в ЗАГС. Уже? Да. Счастье-то какое. А свадьба когда? В августе. Поздравляю. Или еще рано? Ой, Валя, я так хочу сказать, Что, Симочка? Ой, очень хочу сказать, я даже не знаю, что сказать. А свадьбу мы решили играть здесь, в нашем дворе? Да, замечательный же двор. Бесспорно. А стол будет стоять именно здесь. Это мы еще посмотрим. Draw.